раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение. Наш праздник открыл народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Не случайно прозвучала песня «Мгновение». Это мгновение праздника художественной гимнастики. Сегодня поистине, дорогие друзья, уникальный вечер и уникальное событие. Сегодня нас ждет встреча со звездами российского искусства и настоящими героями спорта. Встречайте, народный артист России Лев Лещенко! Будет небесам жарко, сможет до героя песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Дерзкий путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги. Скажут, молодцы черти, мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Шествуй на ним гордо, в солнечной стремись награде. Ради красоты спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко. Сложат и о нас песни, будет небесам жарко. Боже, какие девушки, какие платья, какая же красота!
Это платье от всемирно известного кутюрье Валентина Юдашкина. Перед вами вся история отечественной художественной гимнастики за последние 10 лет. Я хочу предоставить слово заместителю министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Геннадию Петровичу Алешину. Дорогая, уважаемая Ирина Александровна, я хочу выполнить приятную миссию и от имени президента нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева поздравить вас и вручить благодарность персонально вам за вклад, который вы внесли в развитие российской, советской художественной гимнастики, за то, что наши гимнастки на протяжении многих лет самые лучшие в мире. И в этом ваш колоссальный вклад, талант, труд и терпение. Президент Российской Федерации, почетная грамота. За заслуги в развитии физической культуры, спорта и многолетнюю добросовестную работу Винер Ирине Александровне, главному тренеру сборной команды России по художественной гимнастике, государственного учреждения Центр спортивной подготовки сборных команд. Москва, Кремль, Дмитрий Медведев.